Привет, дорогой мой юный друг. Ну что, сегодня мы с тобой создадим открытку к скоро надвигающемуся празднику, который будет в апреле. Как ты думаешь, что это за праздник? Цвет картона может подсказать. Темное такое, звездное еще небо. Мы будем создавать открытку ко дню космонавтики, к 12 апреля. И мы будем рисовать с тобой космос. А точнее, мы будем рисовать окошко, как будто бы мы летим в космосе и видим из космоса звездное небо, ракету и кусочек Земли. Ну что, приступим. Нам сегодня понадобится небольшая такая тарелочка, карандаш, стек, ножницы, черная картонка и 6 цветов пластилина. Такой сиреневый, кислотно-желтый, кислотно-зеленый, кислотно-оранжевый, синий и белый. Давайте рисовать. Для начала мы все уберем, что нам не нужно. И возьмем картоночку. Перевернем ее. Она у меня большая, формата А4. Возьмем нашу тарелочку, перевернем ее и приложим к нашей картоночке. Берем карандаш. И обводим нашу тарелочку. Такой круг получился. А теперь возьмем ножницы и начнем вырезать наш круг. Аккуратненько. Если ты еще не можешь вырезать, или, например, тебе еще нельзя брать даже ножницы в ручки, то попроси вырезать круг маму. А может быть, просто пока не умеешь ровненько вырезать. Нам главное, чтобы было получилось ровненько. Поэтому попроси родителей. Ну а если ты уже самостоятельный или самостоятельная, то, конечно же, вырезай сама. Все. Эта картоночка нам уже не понадобится. Мы ее откладываем. А это вот такой кружочек у нас с вами получился замечательный. Ножницы, карандаш нам не понадобятся, теперь только стек и пластилин. Для начала мы с вами возьмем сиреневый и нарисуем окно нашего иллюминатора. Делаем из сиреневого колбаску. Главное, чтобы эта колбаска была уже вашего пальчика. И начинаем аккуратненько порисовать. Прикладываем колбаску и вот так рисуем. Можете выбрать любой цвет, который вам понравится. Ограничений здесь нет. Можно взять даже желтый, синий или зеленый. И аккуратненько снова делаем колбаску. И размазываем по краю нашей круглой открытки. Это мы снимаем стеком. Берем еще. Если получилось неровненько, то тоже можно стеком сравнять. И еще чуть-чуть осталось. И можете, конечно же, переворачивать полотно. Единственное, что, точнее наш кружочек, придерживайте второй ручкой, чтобы она у вас не ездила.
Еще посмотрим, где можно сделать поровнее. Ну, думаю, можно оставить. Далее начинаем рисовать с вами ракету. Берем зеленый, кислотно-зеленый. И делаем сначала небольшую колбаску. Побольше возьмем. А теперь начинаем ее сплющивать. И главное заострить конце. И кладем нашу ракету примерно сюда. Ракета у нас должна лететь вверх, поэтому носиком мы ее, конечно же, располагаем вверх. И немножечко сейчас вот так ее размазываем. Но главное, чтобы были все ровные края. Берем наш кислотно-оранжевый и делаем из него треугольничек, который подойдет сюда. Сплющиваем и вот так пальчиками заостряем. Вот так, чтобы получился треугольничек. И прикладываем к нашей ракете. Теперь мы с вами возьмем также оранжевый и сделаем шарик, либо от стола. И этот шарик, поменьше надо немножечко, мы прикладываем сюда и расплющиваем его. И получается такой ровный круг. Берем теперь синий, еще меньше его, чем оранжевого, тоже делаем колобком и вовнутрь кладем и расплющиваем. Это окошечко нашей ракеты. Теперь мы возьмем снова оранжевый и сделаем две колбаски. Сначала одну и прикладываем ее сюда. И немножечко так заостряем. И берем вторую колбаску, прикладываем с этой стороны и размазываем. Ну и возьмем еще одну маленькую колбаску. И приложим ее сюда. И тоже расплющим, размажем вниз. Заостренно, да, чтобы здесь у нас было в конце остренько. Возьмем желтенький и сделаем три небольших горошинки здесь. Так вот. Раз. Украсим нашу ракету. Два. И три. Теперь мы с вами возьмем и сделаем землю. Берем синий, небольшой такой кусочек. Берем белый, небольшой кусочек. Берем зеленый, небольшой, еще меньше кусочек. И желтый, совсем чуть-чуть. Вот так их
друг на друга, как бутерброд, положили. И начинаем разрывать, склеивать, разрывать, склеивать, разрывать, склеивать. И вот, думаю, на этом моменте мы остановимся. Берем кусочек и начинаем рисовать нашу землю. А точнее, ее небольшой кусочек. И закрашиваем. Главное, не заезжаем на наш сиреневый контур. Ну как, ребята, похоже немного на нашу землю. Мне кажется, что в нашей технике пластилиновой живописи даже очень ничего вышло. Если учесть то, что мы не вырисовываем каждый материк, то очень даже похоже. Главное сделать ее полукругом. Вот так. Немножечко можно поправить, если у вас заехало нашу рамку. И теперь мы с вами берем желтый кислотный и делаем звезды. Очень маленькие горошинки делаем и располагаем по всему периметру черного неба. Звездного. Ну и напоследок я предлагаю немножечко желтеньким украсить наше окошко. Сделать такие тоненькие колбаски и положить их внутри, посерединке нашей рамки. Я думаю, вы справитесь. Это несложно.
где неровненько, можно, конечно же, подровнять, тихонечко так снять. Ну все, наша открытка с вами готова. Мне было очень приятно провести с вами это время. Здесь можно ее подписать. И самое интересное, ребят, вы, наверное, заметили, что она под любым углом очень красиво смотрится. У нее нету ни верха, ни низа. Ну, только единственное, что, наверное, так она не может лететь, хотя... Может быть, сфотографирована кверху ногами. В этом замечательность этой открытки, что она круглая, и мы рисовали космос, и можно как угодно на нее смотреть. Я была очень рада провести еще раз, повторюсь, с вами это время. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились этими работами со мной, присылали их мне или отмечали меня в социальных сетях. Мой ник Ленка Лепка. Я буду очень рада. И до новых встреч! С вами была Елена Шумилова, художник и преподаватель пластилиновой живописи. Пока!